Доброе утро всем. Удачного дня. Знаете, с чего день решила начать? С линз. Я их носила последний раз в 2005 году. Как надевать, что делать, как ухаживать, помню в теории только. Помню, что это очень долгий процесс втыкания мне в глаза линзы, потому что моргаю мне очень сильно. Я не знаю, как это называется. Когда моргаешь много и часто. Как это называется? Никто не подскажет, нет? Но плюс еще у нас нарушены ресницы, вернее, их остатки, которые должны быть нарушены еще 29 числа. Да, сейчас руки сполосну и начнем. Я не нашла ни одного упоминания о том, что линза какая-то левая, какая-то правая. Они абсолютно одинаковые, на минус один рассчитаны. Вот такие вот какие-то, вот такие. Кто-нибудь что-нибудь в этом понимает? Optics Air какие-то. Без понятия. В общем, начнем. Ой, какие-то от махрат этого, скажите мне, от полотенца. Давай сейчас вот открыть неудачно, чтобы она выпала. Ого, лепёха! Как её туда в глаз воткнуть-то? Хотя, в принципе... Вот у меня не получится, я же знаю. Она должна быть чашечкой. Чашечкой? Я ее кладу на глаз. Какого фига она из глаза вываливается? Ладно. Чувствую, это надо делать стоя. Не получается. Даже не в ресницах дело, а в том, что, блин, у меня никогда не получалось. Я моргаю глазом, и все. И она вываливается. Пересохла еще и упала 15 раз, блин. Еще буду ковырять, не дай бог, еще порву ее. Я видела, как один человек в вагоне рвет случайно. Не хочется повторять. Это какой-то, блин, отвечаю. Квест просто! Одну затолкала. Ё-моё, как резко все. Один фиг не вижу. То, что... Ну-ка, видно? Че? Одним глазом. Ну так. Мне кажется, даже подташнивать стало. Где? Короче, воткнулась. Но это было сложно. Давайте начнем со второй. То же самое, в принципе. Почему на них написано? Одна вот годна до 24-го, а другая до 2028-го. До августа 2022-го. Да какая разница? Ощущаю ли я ее? Конечно, ощущаю. Но там в глазу лежит. Хотя не сильно, не так, как в 2005 году ощущалось. Наверное, все-таки прогресс прошел скажите мне. Прогресс прошел. Пришел, и они потоньше стали. Мне кажется, мне подташнивает. Ну, это любопытно. Давайте следующую. Такие вот медузки. Тарелочки. Смысл в чем, чтобы вот этой вот чашечкой она легла на глазик. Ой, надо стоя, не могу сидеть вот так вот. Ну что? Вторая встала в глаз достаточно быстро. Как мои ощущения? Ощущения, знаете, какие, что как будто я через линзу смотрю, немножко глаза вот так вот как сказать, широкий угол приобретаю, да, как вот в фотографии говорят. Широкоугольный объектив, как будто я через него смотрю. Резко намного. Видно много. Состав, крем, краска для бровей, ресниц, видно, да, все это. Глаза краснющие. Ну, неплохо, клёво, на самом деле клёво. Посмотрим, сколько я выдержу это испытание за сегодняшний день. Чувствуется в глаза? Ну, так, чувствуется, конечно. Не сильно, но чувствуется. Так, контейнер. А где наша расческа для бровей, ресниц? А то они все как эти, пучками теперь все склеили. Ощущения прикольные. Мне нравится.
Давайте по Шурику быстро соберемся. Кстати, вчера была у подруги в гостях. От Levanter, смотрите, у нее получила в подарочек Home Ideal от Guerlain, мужской парфюм, кожаный. Ну, так случилось, что она занимается парфюмерией. У нее было много бутылочек, и она мне сделала отливашечку. Причем нормальную такую отливашечку, смотрите. Сколько здесь? 30 миллилитров, наверное, я не знаю. Будет презентом. Да-да-да. И уход. Коллаген под глаза, на глаза, за глаза. Кстати, как пользоваться правильно? Сначала линзы в глаз втыкаешь, а потом уход начинаешь? Или сначала уход начинаешь, потом линзы? Я просто спрашиваю, к чему? Пока я линзы втыкаю, сыворотка, пока я линзы втыкаю в глаза, мне кажется, что у меня вся кожа высохла. По крайней мере, на данный момент мне хочется аж двойную дозу нанести вот этого, скажите, сыворотки для лица. Уж очень высушила. Так, там кто вечно переживает, что я трогаю свое лицо Oriflame, у меня кожа краснеет. 10-й раз говорю. У меня кожа краснеет всегда, когда до нее дотрагиваюсь. Особенности кожи такая. Нет, ни раздражения, нет, не щипит. Просто чувствительно нежная кожа. Вот тут только что пальцем провела, и все. Здравствуйте. Да? А дневной крем, кстати. Ой, палочка в Oriflame. Клевая. Лидочка, спасибо. Пользуюсь, не нарадуюсь. Еще хочу, знаете, что себе использовать? Масло для волос. Сейчас. Волосы буду сушить и, наверное, маслом для волос. Это было у меня. Ау. Тоже орифлеймовское. Такое вот. Прикольно запаковано. Чувствую линзы. Я их чувствую просто и все. Когда этот эффект пройдет? Когда глаза привыкнут, да? Никогда, наверное, да? Никогда не говори никогда. Сушим голову и вообще переодеваемся. Чего сидим-то? Оделась, пойду в топике розовом, джинсах, голубых, куртки. Это блестящие джинсы. Хочу использовать масло для волос. Что у нас тут? Oriflame выручает. Блин, много взяла. Масло-то ядерное. Хорошо, кстати, помогает, запаковывает все эти кончики, запечатывает, или как там говорится. Смысл в том, что мне очень нравится. Оно сейчас вот немножко так ляжет, и потом расходится. По поводу линз, это вообще, ребят, мне масло приятно пахнет. По поводу линз прикольно. Я такое чувство, что я вот мир вот немножко вот так хить стал. Но широкий угол объектива, представляете? Вот я так же себя чувствую. Но это дает какой-то диссонанс между внешним миром и моим мозгом. Меня немного подташнивает. Какая-то подташнота пришла. Но это должно пройти, должна быть привычка. Вообще люди, наверное, у которых линзы не носят, они видят мир не вот так вот, а нормально. Ну, я же видела мир нормально, только размытый немножко. Надо делать операцию на глаза. Масло, пушка. Надо делать на глаза операцию со временем. Да, немного. Пускай развеется. Что, красимся? Процедура, как всегда, у нас обыденная. Брови, волосы, ресницы. Не, волосы-то уже сделали. Ногти-то заценили, не? Ногти у меня. Кошкин глаз теперь. Вчера нормально все. Хотела зеленые. Но случился, как всегда, перепад настроения. Бабах, и перехотела зеленый. Но это в моем духе. Это нормально. Надо из-за этого расстраиваться, не надо из-за этого переживать. Сейчас я нахожусь в таком состоянии. Завтра я буду находиться в другом состоянии, ну, в настроении. Считаю, в этом нет ничего плохого. Vivan, Oriflame. Пудра. Никогда не парили вот эти вот перепады настроения или еще что-то. Нет, женщина, у всех так. Если у кого-то там не так, кто-то там выйдет в комментариях, скажет другое, значит, ты не женщина. Это, я знаю, операции есть такие. Чтобы быть и девочкой, и мальчиком одновременно. Палеточка, кстати, одна из моих любимых. Она мне все-таки очень-очень... Ой, пыльная стала. Очень-очень полюбилась. Я уже все вымазюкала. Это вот макияж я потерлась в гараж. Ну, люблю я такой макияж. Что мне поделать? Нравится мне. И все. Завтракаем и идем на работу. Не знаю, завтракать хочу, не хочу. Немножко
Немножко не то ощущение. Мое настроение немного не то, что-то начинаю не хотеть завтракать. А потом не хотеть обедать, потом не хотеть... Так, знаем мы эту песню, нужно идти завтракать. Помада будет сегодня... Пинтап. Номер 39. Цвет тела бренного. Хочу в «Пираты Карибского моря» посмотреть. Будет матовая потом, когда высохнет. Красной давно не было, я знаю. Красная будет завтра. Завтра важный день. У мамы день рождения. Юбилей. И развод. Развод. Ура! Наконец-то. Парфюм возьму сегодня. Black Opium тут осталось на донышке. Black Opium хочется. Обожаю Black Opium. И Йоши Ямамото. Блин, надо здесь Йоши достать. Black Opium есть, нужна Йоши. Буду искать.